Приветствую вас, с вами Наталья. Очень жаль, что не могу угостить вас такой вкусной ягодой. Ежевика. Возле грядок, где растет клубника, у нас есть небольшой участок ежевики. Обожаю эту ягоду черную. Сейчас она еще не вся поспела, еще только спеет. Я, конечно же, варю и варенье из ежевики, и замораживаю ежевику. Вот. В этом году не очень большой урожай ежевики. В прошлом году было очень-очень много ежевики. Мы ее и раздавали, и угощали. В этом году, конечно же, используем в основном только для себя. Участочек совсем небольшой, но вполне его хватает для того, чтобы сделать какие-то заготовки на зиму. Вот такие кустики ежевики.